Hitman 2016, и сегодня я буду проходить миссию, последнюю миссию в нулевом пациенте компании Hitman, в общем, ладно. Так, мы сейчас посмотрим, здесь как не получится. Так, в общем, если вам понравится этот видеоролик, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Ну, а я начинаю, потому что на канале Новасов новый видеоролик выйдет через... Сегодня, короче, выйдет, да. Я покажу, как вообще проходить эту миссию, последнюю миссию этой кампании. Я не знаю, что будет кампании у Хитмана в этой игре, но, возможно, будет следующий уже Хитман, когда он выйдет, потому что вот так вот. Ладно, мы должны убить двоих, как всегда. Как вообще, как ни странно. Во всех четырех миссиях, которые я проходил, нужно убить двоих. Ладно. Итак, давайте. Начинаем. И сейчас загрузится, и я тогда уже начну играть. Потому что играть. Ну, как и в прошлых частях, я просто буду идти и, в общем, убивать всех подряд вообще... Всех. Да. Потому что... Всех. Да. Ну ладно. Так. Бежим. Так, залагало что-то странно, ладно. Так, сразу достаем пистолет. Он у нас тут. Так, тихо. Так. Тихо. Надо нам... Два патрона нам надо всего лишь. Так, раз, два. Раз, два. Пожалуйста. Так, надеюсь, меня никто не спалит. Давайте. Ну куда я попёрся? Так, во, так вот. Тихо, ну пожалуйста. Ну хотя, если я убью их... Не, меня сейчас по-любому запалят они. Так, да, у них автомат возьму. Да ладно. Так, тихо, там... Сзади никто не идет, нет? Мы будем прятать их сюда. Так как они меня еще не запалили, а могли бы запалить, если я просто их... на них попёр. Так, пока что они меня не палят. Так, пистолет. Спасибо. Чё, куда? Пошли. Они вообще... им вообще пофиг, да? Упали два охранника. 47, один заражён уже? Не знаю, нужно ли переодеваться или нет. По-моему, я... Уже 4 зараженных, как так? Ладно. Давайте я переоденусь кого-нибудь. Кто там красивее? Так, давайте, допустим, этого. Или этого. Или это такой же. Кто из них какой? А второй какой? Второй такой же. Ладно, давайте во второго. Идемте. Берем пистолет. Они нас даже не будут палить, да ладно. Серьезно, кто создатель этой миссии? Они даже, у них нет кружочков, то есть, пипец вообще. Смотрите. Да ладно. Даже без карточки, да ладно, серьезно. Так. Окей, мы должны убить сначала четверых. Так, я залагала. Так, сюда я уже зайти не могу, как ни странно. Ладно. Тут я ничего тоже не могу сделать. Тут я войти не могу. Зато я могу посмотреть. Сведения? Посмотрю. Хорошо. Ладно.
Я не знаю, как я буду это все делать. Что, я все туда пойду? Уже 7 зараженных. Да ладно, серьезно, да вы что? Уже 7 зараженных. И что, здесь всю карту что ли убивать уже или что? Они друг друга перезаражают уже. Да ладно, нет, нет. Нет, нет. You're infected. You will need to find a solution for that. Да ну нафиг, ладно, все, давайте заново. Давайте заново, я просто... Это было реально странно. Короче, если мы к нему подходим, к этому мужику, к этому, который зараженный, он нас, короче, заразит. Если мы... А если мы его убьем, то нет. Так, я достаю пистолет. Так, и убиваю сразу двоих. Раз, два, все. С этим все. Так. Сажусь сюда. Так. Так, пистолет. И пистолет такой. Так, погнали. Ну хотя, ну нафиг я их тащить буду опять. Им же все равно пофиг. Им-то вообще, походу, пофиг вообще. Да я не знаю, да отсюда видно все равно. Вот, если посмотреть, все равно отсюда видно. Ладно, сразу бежим. Потому что если мы сейчас этого не сделаем, короче, пипец, короче, будет. А почему он вышел тогда? А где шмотки? That is Owen Cage. From the looks of him, it's a miracle he's still alive. Так, этого я убивать, конечно, не буду. Что еще есть? Ну куда ж ты попёрся, ну ё. Ладно, мы его сейчас завалим. Куда ты вышел, куда? Тихо. That's the end of Owen Cage, and hopefully the end of this threat. Now for Klaus Leiblet. Я его убил! Да. Ну хотя бы я убил зараженного, а у второго, ладно, со вторым... Позже с ним разберусь, ладно. Они знают то, что кто-то выбежал, короче, и убил. А вот кто? Они же не знают, кто. Да ладно, поищу сейчас, будет нормально. Или они знают, что именно я. Или что? Так, посмотрим. Так. Сейчас. Так. Так, сейчас, сейчас. Вот. Все, меня... Нет, меня ищут все-таки. Меня все-таки ищут. Ладно. Подождем. Вот все, кто с этой точкой, короче, это те меня могут узнать. Я этого не хочу. Так, а если я выйду сейчас? Да меня еще раскрыли, да ладно. Кто? А, я не могу обратно вернуться. Так, а вообще примерно куда мне надо бежать? Спасибо.
Я его не убил. Ладно. Так. Так, подожди. Так, сейчас попробую кое-что сделать. Так, он заходит сюда. Убивать я его, конечно, не буду, но... Вот так вот сделаю. Так, кто получился? Так, значит, что, мы идем. Получается, блин, нас уже все. Так. А с кем бой? Кем? Некому уже замечать. Как мне тут зайти? Как мне туда зайти, скажите? А, он выходит откуда-то. Их убрали. Да ладно. Подождите. Я пока никого не убил. Вы это сами видите. Так. Заходим. Ой-ой-ой, побежал он. Бой с кем? Тут боя нет ни с кем. Так, здесь мы не можем выйти. Сюда мы тоже не можем выйти. Ну и что делать? Бой с кем, я не понимаю, опять же. С кем бой? Так, сюда мы попасть не можем. Так, ого. Perp got away. We both heard that crack. That means cerebral lesion or concussion at best. Yeah? I advise you to slowly raise both hands over your head. Oh.
Я разобрался со всеми просто. Я могу выйти? А эти откуда уже знают? Я что, всех теперь должен убить, что ли? А, не, они знают. Или они слышали, я не знаю. Нет, он пошел смотреть, ему интересно стало. You're going down for... There! In the corridor! I'm coming for you! Lost visual on target, Delta. Move to last known position. Where the hell did he go? Come in, command. How copy? Over. We've got a stone cold killer here. He's killing people. He's got one of our uniforms. Someone should check up on the other bodyguards. He's here! Да блин, я не знал, что кто-то еще у меня будет стрелять. Кто еще знает? Давай, выйди. Все? Теперь никто не знает. Зато кто-то выстрелил. Да как ты встал-то? Или откуда ты вообще взялся? С кем бой опять? Опять же, с кем бой? Так, с теткой, с мужиками. Кто это был? Ай! Да ладно, я не буду больше бегать за ними. Мне надо разобраться с тем мужиком как-то. А как за ними... Как за ним сбегать, я даже не знаю. Так. Он находится там, значит, я бегу к нему. Я бегу сюда. Получается, сюда, вот забегаю сюда. Захожу сюда, мне здесь просят код. Мы берем пистолет. И просто вот так вот через дверь. Я его ранил. No one else is infected. We've managed to contain the virus. Head for an exit as soon as you can. Кто-то кого-то искал? Так. Но он охранник пошел. Он даже, наверное, не знает. А, он знает, да. Так, тихо. А то меня запалят. Так. Блин, я не туда пошел. Так. А здесь что? Да что такое? Куда я пошел вообще? А как я сюда вообще зашел? Вопрос. Каким образом я сюда зашел и как я вообще выйду отсюда? Я уже... Я не понял, короче. Я не понял, короче, как я сюда вошел и как мне вообще отсюда выйти. Я просто не понимаю, как мне выйти. Так, открываем дверь. Заходим сюда. Мочим одного. Кем замечено? Никто не заметил. Нормально все. Еще одна дверь. Нет, не сюда. Точно не сюда. Ух ты, ладно. Все. Нет. Это какой-то шкаф? Так, найдено.
Да мне пофиг, что найдено. Мне надо... Опять меня сюда не пустят. Ладно. Вопрос, как мне выйти отсюда, блин, вообще. Я не знаю, где выход. Где выход? Вот он, выход. Ну, допустим, ладно, я захожу сюда. Нет, сюда... Явно не сюда надо ходить. Значит, мы должны выйти отсюда вообще. Да, именно проходить надо через эту штуку. Значит, прибегать будем быстро. Как они меня достали просто вообще, я хуже все. Я с ними разбираться уже не буду, все. Короче, считайте, если я бы двух просто побил, то было бы нормально. Ну хотя и так нормально, ладно. Все? То есть, если бы я сейчас двоих не убил, то было бы нормально, и я бы прошел нормально. Но я и так прошел нормально, в общем. Всё. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи и всем пока!